Просто не трогайте, у человека шок. Мы сейчас отвезем в больницу. Там ей окажут помощь, которая квалифицирована, которая надо. Все будет нормально, не переживайте. Главное, чтобы не было ран. Все будет хорошо, сейчас поедем. Все нормально. Все закончилось. Все закончилось. Главное, живы. Все живы, здоровы, не переживайте. Сейчас вам помогут, вам окажут помощь. Все будет сейчас нормально. Все хорошо, все позади. Все позади, не волнуйтесь.